Всем привет! Царство юных садоводов. Сегодня обзор кухонного подоконника. Что же там у нас стоит? Какая красота на кухонном подоконнике? Давайте смотреть. Давайте посмотрим, что у нас. У нас тут очень много лимончиков. Все они были посажены осенью. Вот эти лимончики мы уже пересадили вместе с вами. Вот какой лимон. Посмотрите, листик какой. Вот, он очень-очень пахнет, очень красивый. Так, дальше где у нас лимончики? Вон там лимончики, они еще не отсаженные. Их будем пересаживать, будем снимать. Так, рядом с лимончиками у нас тут киви. Мы тоже сажали вместе с вами. Вот, а это тоже лимончики. Посмотрите, какие они все разные. Есть лимончики, вот у этого лимончика есть колючечки. Сейчас постараюсь навести. Вот они, колючечки. Сейчас наведется. В общем, там колючечки. Есть лимончики, которые один дают побег. Вот, например. А есть уже, которые дают такое отщепление. Все лимончики очень разные по характеру. Вот в этот лимончик посадили базилик. Вот. И лимончик не очень растет. Видимо, базилик забивает этот лимон. Вот даже один побег у лимончика. Вот. А есть где с такими большими листиками. Вот. Есть где дают веточку ответвления. Разные лимончики. Здесь также на этом подоконнике это киви, которые были посажены из семян. Это бамбук. Бамбук. Здесь у нас физалис. Вот. Это у нас аспарагус. Вот. Что у нас еще есть здесь? Вот. Это тоже физалис. И лимончики, которые мы будем пересаживать в ближайшее время. Теперь вы видите, что даже на таком маленьком, небольшом подоконнике можно выращивать достаточно много растений, и лимончики, и физалис, и киви, и аспарагус тут тоже затесало все какими-то судьбами. Вот. Так что так, даже на небольшом подоконнике. Пойдемте теперь смотреть следующий подоконник. Этот подоконник находится в центральной комнате, большой. Вот такая этажерка на нем. Посмотрите, и сколько рядов здесь помещается лимонов. Здесь, конечно, тоже лимончики. Вот, посмотрите, вот этот очень интересный, потому что дал ответвление. Эти лимончики уже все пересаженные, вместе их нету. Вот такой, такая огромная конструкция из лимончиков. Что мне нравится лимончик? Вы даже потрогаете листья лимона, а потом понюхайте свою руку, это просто фантастика. Вот это да, он пахнет, как будто ты поел, как будто лимончик поел. Очень вкусно. Но даже не лимончик, лимончик у кислый, а просто обалденный запах у листика. Очень-очень, вообще я просто готова нюхать бесконечно. Вот маленькие листики, они не так, а вот большие, они просто потрясающе пахнет. Вот тут есть горшочки, где вместе с лимончиком растут, как они называются, финики. Во, я вспомнила. Выращивайте лимоны, они так вкусно пахнут. Просто, просто обалдеть. Просто даже вот этот запах, когда ты просто листик понюхаешь, мне очень нравится, очень-очень-очень. А вот этот лимончик, посмотрите, он пустил боковую веточку. Хотя говорят, что только прищипанные могут пускать. Но вот, он пустил. И они, а вот этот какое-то толстое основание. Они все хотят жить. Не выбрасывайте лимонные косточки. Посмотрите, какая красота. И какой запах. А-а-а, просто вот можно листик сорвать.
и нюхать перед сном. Он успокаивающий. Сами лимоны. Но лимончиков у нас пока нет, потому что в следующем видео у нас будет закупка для прививок, и мы будем делать прививочку. Не пропустите это видео, потому что это тоже очень важно. Но просто даже сам листик вот хочется нюхать бесконечно. Мне, кстати, вообще аллергия как бы... Это моя комната. Да, это Верочкина комната нашего юного садоводика. Вообще аллергия на запахи. Ну вот запах лимона, никакой аллергии нет, потому что он настоящий. Вот это надо упалить, потому что он немножко это самое пересох. Вот такой еще один наш подоконничек. А следующие подоконники, смотрите обзоры в наших видео. И вот что хочу сказать, такая этажерка, посмотрите, сколько цветов помещается туда. Очень рекомендую. Вот, экономия места. Ну, конечно, подоконник тоже немножко пошире должен быть, чтобы она поместилась туда. Ну, до новых встреч. Не забывайте поддержать лайком юных садоводов, и еще больше познавательных и полезных видео вы узнаете о том, как выращивать у себя дома на подоконнике красоту.